Друзья мои, я как-то вам исполнила песни под гитару. И вы меня попросили продолжать дальше. Буду я вам буквально по одной песенке иногда вставлять. Не приходится мне часто брать в руки гитару, потому что немножко руки повреждены. Я еще никак не восстановлюсь после перелома моей правой руки. Была травма левой руки. Но потихоньку я все-таки разминаю свои руки. Сегодня я хочу вам исполнить свою любимую песню, которая называется «Кукушка». Часто снится мне мой дом родной, лес о чем-то, о своем мечтает, серая кукушка за рекой. Осталось мне, считает серая кукушка за рекой. Сколько лет осталось мне, считает. Я прижалась ласково к цветку, стебельки богу примяты, и звучит усталое ку-ку, отмеряя жизни мои даты, и звучит усталое ку-ку, отмеряя жизни мои даты. Снится мне опушка из цветов, в детских снах забытая пушка. 80, 90, 100. О-о-о. Что-то ты расщедрилась, подружка. 80, 90, 100. Что же ты расщедрилась, кукушка? Часто снится мне мой дом родной, лес о чем-то, о своем мечтает, серая кукушка за рекой. Сколько лет осталось мне, считает серая кукушка за рекой. Сколько лет осталось мне, считает. Такая патриотическая песня, немножко грустная, но не всем песням быть веселым. Но я вам и веселость пою. А сегодня просто такое лирическое настроение. Да. Люблю свою гитару, люблю петь под гитару. Напишите мне, какие вам песни больше нравятся. Веселые, грустные, детские, может быть. Мы, кстати, детские тоже поем с Рамыльком песни детские. Так что напишите, какие вам больше песни нравятся. И мы будем исполнять для вас песни. Я, друзья мои, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы мне пишете такие теплые-теплые комментарии. Я все комментарии читаю, я вас просто обожаю. Какие вы у меня все добрые, с теплым сердцем, отзывчивые. Я вас всех очень люблю, друзья мои.